Студия «Коралл» представляет. Караима Торрес, Эдуардо Серано, Каридад Канелон в телевизионном многосерийном фильме «В поисках истины». Автор сценария — Хосе Игнасио Кабрухос. В фильме также снималась Америка Алонсо. Что вам нужно? Не дергайся. Тише, тише. Что вы хотите? Иди к машине. Садись. И живее. Живее. Я не нашел Йоланды нигде. На кухне ее нет, кофе никто не варил. В туалете ее тоже нет. Куда, черт возьми, она подевалась? София, вызови Рестрепо. А если она ушла? Ты слышал, она сказала, что приготовит кофе. Да, но... Привет, Альфредо. Как дела, сеньор Аугусто? Плохо. Мне сказали, вы меня ищете, сеньор? Я хочу знать, где моя жена. Понятия не имею. Вы отвечаете за безопасность, если она ушла или находится в здании. Вы должны знать. Сожалею, сеньор, я ее нигде не встречал. Помогите мне ее найти. Пойдем ко мне в кабинет. Отпустите меня! Пустите! Я буду кричать! Пустите! Люди глохнут при виде насилия. Отойди, идиот! Пусти! Пустите! На помощь! На помощь! Йоланда заговорила? И что она сказала? Что тебя и Альберто избили вместо нее. Что это приказ Хосе Игнасио. Она так сказала? Это записано. Со своей стороны, я узнал, что в самолете Кентане была видеокамера. Вот как он узнал о связи его любовницы с летчиком. И поэтому? Поэтому вас избили. А наркотики? С этим я еще не разобрался, но это головоломка из той же серии. В конце концов, все сойдется на одном человеке – Хосе Игнасио Кентане. Ты понимаешь, почему важно, чтобы этот тип пока помолчал? Если тебя найдут, все внимание переключится на тебя, и дело затянется. А этот тип найдет способ избавиться от обвинений, он постарается оклеветать тебя снова. Что же делать? Что мне ему сказать? Нет, слов недостаточно, нужны доказательства. Наши доказательства только подтверждают его подозрения. Погоди, погоди. Надо что-то придумать. Мы должны опередить его. А вдруг дело осложнится еще больше? Даниэла, не бойся. Меньше всего сейчас нужно бояться. Ты уже говорил так, а потом выдал меня за погибшую. Мы выиграли время. Да, и принесли много горя. Я не хочу больше причинять боль. Даниэла, ты не причинишь вреда, а я не позволю ему одолеть нас сейчас, когда я чувствую, что наша победа близка. Хосе Игнасио, пожалуйста, скажи мне, что происходит? Что ты здесь делаешь? Я же сказала, что никуда не уйду, пока ты мне не ответишь. Я ответил, мы поговорили, а теперь оставь меня. Ради бога. Наш разговор не имеет смысла. Что это значит? Что ты искал в этой комнате? Оставь меня, Карло, пожалуйста, оставь. Что с тобой? Почему такой скандал? Сеньор, Гарри, приготовь машину, я уезжаю. Куда ты? Если сеньорита Виктория вернется, не упускайте ее из дома. Надеюсь, что на этот раз мой приказ будет выполнен. Ты должен объяснить мне, в чем дело. Почему ты не хочешь, чтобы она выходила из дома? Она тебя обворовала, шантажирует, она твоя любовница, у вас ребенок. Хоть что-нибудь скажи мне. Я ничего не могу сказать, потому что пока у меня только подозрения. Такой ответ тебя устроит? Нет. Мне больше нечего сказать. И не ходи за мной, ты теряешь время. Я не успокоюсь, пока не узнаю правду. Хосе Игнасио, не уходи.
видели? Ну что я ему сделала? Ведь я покупала вещи для этого сопляка. Успокойтесь, вам нужно успокоиться. Сеньор переживает трудное время, у него много проблем. Наберитесь терпения. Нет, мое терпение лопнуло. Я не понимаю и не могу понять. Я просто не знаю, что делать. Так что мне делать? Поезжай к Хосе Игнасио. Главное, чтобы ты была вместе с ним. Нет, Элиас, я не могу. Даниэла, мы многого добились. Возврата нет. Не говори так. Эти слова стали приговором в отношениях с Хосе Игнасио. Однажды я сказала ему: «Возврата не будет». Очень важно, чтобы ты была рядом с Хосе Игнасио, где бы он ни находился. Добрый день, сеньор и сеньора Мадрид Алькантара. Добро пожаловать. Спасибо. А где сеньора Арисменди? Она уже ждет. Минутку. А вот и сеньора Маргарита. Здравствуйте. Я так рада видеть вас в своем доме. Мы тоже очень рады. Для нас большая честь быть в гостях у таких известных людей. Раймундо, сеньора Мадрид Алькантара. Добрый день. Здравствуйте. Как поживаете? Очень рада. А, на верхине посмотри, кто пришел. Привет. Я вижу, Маркос не с вами. Что-то случилось? Рано или поздно правда должна была открыться, но я не думал, что это случится сейчас. И тем более, что она сама расскажет. Не понимаю, о чем ты говоришь? Последствия будут серьезными для Хосе Игнасио и для компании. Я должен что-то сделать, чтобы все осталось в тайне. Если об этом узнают... Альфредо, доверься мне. Что случилось с Оландой? Тебе не надо ничего знать. Чем меньше ты будешь знать, тем лучше. Жаль, что верность делу ты ценишь выше, чем доверие ко мне. Ты права. Это правда. И так будет всегда. Потому что я оставил жизнь в этих стенах и не могу рисковать компанией. Она для меня превыше всего. Пойми. Маркос? Какой Маркос? Лично я не знаю никакого Маркоса. Вы знаете Маркоса? Нет, нет. Маркос? Мадрид Алькантара, ваш другой сын? Нет, сеньора, у нас только два сына. Надо же, по-моему, здесь какая-то путаница. Мы думали, что он придет с вами. Да мы не знаем никакого Маркоса, сеньора Арисменди. Спасибо. Послушай меня. Я звонила доктору Луисе Кальминарес. Это твой врач, правда? Я пыталась дозвониться Элиасу, но его нет. Доктор Кальминарес уже едет сюда. Нет. Нет, я не могу. Пожалуйста, успокойся, я тебя умоляю. Пока доктор едет, я приготовлю тебе мансонилью, и ты ее выпьешь. Успокойся, я сейчас. Нет, нет. А на верхине кто этот Маркос? Маркос! Добрый день. Как дела? Это наш сын. Семья Мадрид Алькантара. Очень приятно. Что за стрижка? Вы из Валенсии? Нет, мы живем в Каракасе. Но у нас много родственников в Валенсии. Да, конечно. Мадрид Алькантара из Валенсии. Кстати, со мной на курсе учился один. Я не помню его имени. Так вот в чем дело. В чем? Мой друг из Валенсии. И кто же он, Луис Даниэль, Рамиро или Алехандро? Алехандро. Я же вам не сказала. Маркоса зовут Маркос Алехандро. Представь себе, я тоже не знала.
У нас так много родственников, трудно запомнить все имена. Конечно. А что, если вы нам расскажете о своей семье за обедом? А заодно мы узнаем о Маркосе, Алехандро, Мадрид, Алькантара. Луис Энрике, зачем ты так постригся, сынок? Мне нравится. Сюда, пожалуйста. Проходите. Исключи антибиотики, а остальные лекарства оставь. Тулия, слава богу, что я тебя встретил. Что случилось? Мне нужна помощь. Точнее, Даниэле нужна твоя помощь. Даниэла здесь? Нет, но она должна здесь быть. Что ты говоришь? Я не понимаю. Я объясню. Ты же знаешь, Даниэла невиновна, и ты должна ей помочь. То, что ты просишь, безумие. Это невозможно. Очень даже возможно. Нужно только твое согласие. Нас раскроют, все выяснится. Они ничего не узнают. Пойми, твоя сестра невиновна. Но полиция так не думает. Полиция была не права с самого начала. Я вот-вот докажу невиновность Даниэлы. Поверь. Как? Возникли новые детали. Я расследую. Тулия, слишком долго объяснять. Ты просто поверь. Ты думаешь, это так просто? Полицейские же не дураки, они догадаются. Тулия, слушай меня внимательно. Твоей сестре нужна помощь. Только ты можешь ей помочь. Она бы рискнула ради тебя. Ужасно, если Даниэлу схватят именно сейчас. Ты же нам поможешь. Правда. Сеньор Кентана, слава богу, вы пришли. Вы не представляете. Мне не нужно ничего представлять. Видите ли, здесь был ваш отец? Да, где он? Он из тех, кто должен многое мне объяснить. Он вас ждал, но ушел искать жену. Какую еще жену? Этот брак недействителен. Извини меня. Я только вас информирую, сеньор. И еще? Может быть, что-то еще? Да, о Виктории. Она здесь? Она звонила? Нет, звонила ваша жена. Возможно, я ее неправильно поняла, но мне показалось, она сказала, что Виктория сбежала. Передай Альфреду, пусть немедленно зайдет ко мне. Это срочно. Хорошо, сеньор Кентано. Привет. А где Иоланда? Об этом я у тебя хотел спросить. У меня? Но она ушла с тобой. И пропала. Если ты не знаешь, где она, значит, не знает никто. У тебя серьезная проблема, Хосе Игнасио. Если бы только одна, Альфредо. Иоланда заговорила. Она рассказала твоему отцу, что Даниэлу избили вместо нее. И что ответил безупречный Аугусто Кентано. Что он скажет? Он готов все отрицать и обвинить всех, кроме тебя. Но Иоланда настаивает. Мой отец обманщик. И он, и она. В чем дело, Хосе Игнасио? У меня выбили почву из-под ног, Альфредо. Минутку, ты расстроен, Хосе Игнасио. А ведь ты знал, что проблемы с Аугусто и Иоландой возникнут. Плевать мне на Иоланду, убьету. Видимо, есть еще причина для твоего нынешнего настроения. Ты абсолютно потерял выдержку. Ты что, не слышал? Все потеряло смысл. В моем возрасте придется заново учиться правде, потому что все, что меня окружает, ложь. Она сбежала, исчезла. А вот что мне неприятно. Неприятно? И ты не волнуешься? Не волноваться. Из-за интрижки, которую она же и выдумала. Это все, что ты можешь сказать? Ты хочешь, чтобы я плакал из-за того, что девочка решила сбежать? Нет, Аугусто. Я хочу, чтобы ты волновался. Подумай. А если с ней что-то случилось? Теперь я чувствую себя виноватой. Это я заставила ее рассказать. Я считала, что нужно говорить правду. Что с ней могло случиться? Тащи ее сюда, скорее. Положи сюда. Тише, тише, спокойно. Успокойся. Успокойся, смотри, сколько газет. Это чтобы ты не замерзла. Вот так. Устраивайся. Сеньор.
Сеньора, куда мне положить вещи, которые вы купили? Можешь их сжечь. Сеньора, это ткань для штор в комнату сына сеньора? Видеть ее не хочу. Поступай с ней как хочешь. Сеньорита Виктория? Виктория? Ну, где ты видел Даниэлу? Хватит того, что я рассказал тебе о нашей встрече. С некоторых пор я вижу ее постоянно. Хосе Игнасио, почему ты ничего не говорил? Как ты думаешь, что ей от меня нужно? Ты же с ней встречаешься, откуда мне знать? Ясно, что ничего хорошего. Она винит тебя в своем несчастье, ведь так? Да, она меня обвиняет, преследует, не причиняя никакого вреда. Наоборот. Сказать, что я думаю на самом деле. Ты теряешь контроль. У тебя все валится из рук. Так было всегда, Альфредо. Это только кажется, что я все контролировал. Это ложь. Это иллюзия. Чем я могу тебе помочь? Тем, что ты делаешь. Выслушай меня. Мир перевернулся. Не только из-за Даниэла. Может быть, если я расскажу, мои мысли как-то прояснятся. Появится какой-то внутренний свет, который укажет мне путь. Сеньора, что случилось? Я искала вас по всему магазину. Что? Вы же слышали, я спрашивала о вас чуть ли не у всех покупателей. Что произошло? Ты искала меня? Да из-за тебя в этом доме началась Третья мировая война. Когда я вернулась без тебя, Хосе Игнасио чуть живьем меня не сожрал. Сеньора, поверьте, я вас искала. Я по-прежнему не понимаю отношения вашего мужа ко мне. У тебя что, нет работы? Извините. В магазине сказали, что ты вышла через служебную дверь. Да, это правда. Значит... А вам не сказали, что я спустилась с одной из служащих на склад, чтобы забрать последний деревянный карниз, который у них остался? И это все? Да. Разве я не вернулась домой? Конечно. Просто Хосе Игнасио сводит меня с ума. И его шофер тоже. Харри так разволновался, когда ты пропала. Представь себе, Хосе Игнасио даже вошел в твою комнату и разбросал там все вещи. Сеньор, уверяю вас, я тоже не понимаю, что происходит. Я пойду и все выясню. Я выясню эту ситуацию с вашим мужем. Где он сейчас? Вы не знаете? Уехал, извергая лаву, как проснувшийся вулкан. А вы не знаете, куда он мог поехать? Конечно, на работу, портит всем настроение. Тогда я поеду за ним. Я хочу все выяснить, наконец. Больше не собираюсь терпеть этих абсурдных выходок. Извините. Сеньора, а что вам сказала секретарша? Она удивлена так же, как и я, поведением Хосе Игнасио. Никуда она не сбежала, это недоразумение. По-вашему, она говорит правду? А зачем ей врать? И потом, если она хотела убежать, то зачем вернулась? Это абсурд. Не знаю, но все это так странно. Вот что. Позвони Флориане. Кто знает, вдруг она разгадает эту загадку. Ее нет в квартире на пляже. Аугусто, ты должен вернуться в компанию. В какую компанию? В компанию сына, куда же еще? Меньше всего мне хочется быть сейчас там. Речь не о желании. Именно там ты в последний раз видел Иоланду, и с ней что-то случилось именно в этом месте. Я полагаю, тебе это не безразлично. Это единственное, что меня волнует. Тогда возвращайся. Ты должен туда поехать, там ты хоть что-нибудь узнаешь. А здесь тебе делать нечего, не теряй времени. Ты тоже ничего не знаешь? Нет. Я еще в большей растерянности, чем остальные, потому что все стекается ко мне. Звонки, плохое настроение, нервы. Я знаю только одно. В этой ситуации виновата Иоланда. Да.
Кое-что из происходящего связано с ней. Кстати, ты так свободно о ней говоришь. Вы что, хорошо знакомы? Да, я ее знаю. Я меньше всех знаю о том, что творится в компании. Это бесполезно. Почему? То, что мы делаем, безумие. Тули, я все должен попробовать, особенно теперь, когда у меня есть доказательства, которые могут освободить Даниэла навсегда. Возьми. Элиас, я не уверена, что у нас получится. Ты хочешь помочь сестре? Да или нет? Конечно, хочу. Слава Богу, сеньор Амалия, что вы пришли. Вы все принесли? Да. Вот, можешь объяснить, в чем дело. Я ничего не понимаю. Что это? Статуэтка Сан Худаса Тадео. Зачем все это? Я вижу, Диего еще не привозили. С ним все в порядке. Его привезут позже. Когда привезут Диего, это прекрасный момент. Погоди, Элиас, ты сказал по телефону, что Даниэла будет здесь. А я только что видела твоего друга полицейского, такого маленького. Педросу, тем лучше. Чем лучше? Будь добр, объясни мне, в чем дело. И немедленно. Порядок. Это было просто. Никто не помешал. Главное, чтобы Йоланду держали в таком месте, где ее не будут искать. Успокойтесь, она на складе, в маленьком ангаре. Правильно. А теперь исчезни. И спрячь шарф. И со мной тебя никто не должен видеть. Уходи. И больше не появляйся здесь. Если понадобится, я тебе позвоню. Понял? А теперь сгинь. Нет, ты сошел с ума. Сеньор Амалия, я продумал каждую мелочь. У вас не будет проблем. Поверьте. Это безрассудство. По-твоему, в полиции одни дураки? Нет, не дураки. Но не забудьте, я тоже был полицейским и знаю, как они работают. У нас будет преимущество. Какое преимущество? Все равно Даниэле придется скрываться. Все открылось. Я знала, что твоя выдумка с гибелью Даниэлы не даст результатов. Результат был, сеньор Амаля. Мы смогли выиграть время. Даниэла действовала с большей свободой. Она была рядом с вами, рядом с сыном. А мне пришлось обманывать близких. По-твоему, это пустяки? Что выиграет Даниэла теперь? Время. Нам нужно время. Еще немного, и я докажу невиновность Даниэлы. Поймите. Как докажешь? Я не могу сейчас объяснять. Повторяю, нам нужно время. Появились новые детали, которые могут стать решающими для доказательства ее невиновности. Сеньор Амали, верьте мне, у меня есть план. Если вы сделаете, как я сказал, все будет хорошо. А ты что будешь делать? Я буду поблизости, буду наблюдать, но так, чтобы меня не заметили. Хорошо? Вы согласны, сеньор Амали? Очень рад, что вы побывали у нас дома. Я тоже, сеньор Арисманди. Спасибо, что пришли. Мы еще поговорим об инвестициях, о которых вы упоминали. Я с удовольствием заключу с вами сделку. Большое спасибо, вы очень любезны. Надеюсь, еще увидимся. Спасибо. Спасибо за все. До свидания. По крайней мере, обед прошел не зря. У него интересные проекты в Южной Америке и в Карибском бассейне. Маргарита, с чего ты взяла, что они родители этого юноши? Они единственные с такой фамилией в Каракасе. Мама, если бы ты посоветовалась со мной, я бы сказала, что Маркос из Валенсии. Неважно, вечер прошел прекрасно. Идем, дорогая. Дежурная сестра слушает. Кого? Амалию Мартинес? Это меня. Спасибо. Я Амалия Мартинес. Алло? Да, это я. Где ты? Здесь, в больнице.
Ты с ума сошла? Будь осторожна, дочка. Береги себя. Ну и как чувствуешь себя на краю пропасти? Ужасно. Земля ушла из-под ног, но потом вернулась на место благодаря тебе, братик. Спасибо. Неужели эта новая стрижка на тебя так повлияла? Нет, нет, не вздумай меня дразнить. Тут и так все ясно. Я помог тебе, потому что не мог видеть, как ты мучаешься. Уж я-то знаю, как это неприятно. Представляю, что ты мне скажешь. Послушай, это совсем не значит, что я поддерживаю твой роман с Маркосом. Я верю в тебя, в твое благоразумие. И надеюсь, ты найдешь достойный выход. Ты же знаешь нашу маму? Вдруг вздумала устроить этот обед? Нет, речь идет не о желаниях нашей мамы. Подумай, как далеко ты можешь зайти с этим Маркосом. Подумай. И соразмеряй свои шаги. Я ничего не могу поделать. Знаешь? Что? Я влюбилась. Тогда защищай свою любовь. Вы что-то хотите? Нет, нет, ничего. Я просто смотрел. Да? А кто вы такой, чтобы здесь смотреть? Не сердитесь, сеньорита. Я ухожу. И правильно. Пока, сеньорита. Можно? Доктор Луго сюда не заходил? Извините, вам плохо? Всем быть начеку, чтобы ни одна муха не пролетела мимо вашего носа. Что нового, Педроса? Комиссар, пока только то, что я передал по рации. Мои люди ведут наблюдение. А в комнате мальчика? Туда зашла медсестра. Ну что ж, пойду посмотрю. Гляди в оба. Сеньорита, а этот попугай и Сан Худас Тадео, вы их принесли? Ладно. Пойду поищу доктора Луго. Извините. София, Виктория, ты можешь объяснить, что происходит? Мне кажется, я работаю в сумасшедшем доме. Почему ты так говоришь? Сначала пришел отец сеньора Кентана со своей женой. Я так и не поняла, зачем. Потом его жена вылетела отсюда, словно ее черт понес, и пропала. Потом позвонила сеньора Карла и сказала, что ты сбежала. Откуда ты сбежала? Скажи мне. Я потом объясню. Сеньор Кентано у себя? На твоем месте я бы не входила. Он не в себе. Так бы всех и съел.
Откуда вы взяли этот шарф? Вы спрятали его в кармане. Какой шарф? Этот. Шарф Йоланды. Охрана! Охрана! За все годы, что я тебя знаю, а это немало, я никогда не видел тебя в таком состоянии. Мне ее надо увидеть, поговорить. Даниэлу? Да. Даниэлу. Но ты же сказал, что видел ее, она снова сбежала. Она поняла и сбежала. Что она поняла? Что я ее раскрыл. Можно? Я пришла. Сеньорита Геррера, наверное, вам лучше зайти попозже. Нет. Хосе Игнасио, перенеси работу с Викторией на другое время. Альфредо, пожалуйста, я должен с ней поговорить. Оставь нас. Хорошо. Если понадоблюсь, я в кабинете. Не уходи без меня. Хорошо. Ты вернулась. Я никуда не уходила. Ты убежала. По крайней мере, ты попыталась. Я не знаю, что заставило тебя вернуться. Почему ты сама мне не объяснишь? Я поехала с вашей женой в магазин, и мы случайно разошлись. Я ее не нашла и вернулась домой. Вот и все. Ради Бога, до каких пор будет продолжаться этот фарс? Ты пойдешь со мной и все объяснишь. Я никому ничего не должен объяснять, тем более вам, я вас не знаю. Пойдешь, и лучше по-хорошему, в противном случае тебя понесут. Взять его! Какие-то проблемы? Сеньор Кентана? Да, и много. Этого человека надо отвезти внутрь и допросить по поводу исчезновения одной женщины. Тогда пошли поживее, не валяй дурака. Я не виноват. Сейчас ты все расскажешь. Я не понимаю, что вам от меня нужно. Вы меня преследуете, обвиняете в каком-то фарсе. Что вы от меня хотите? Объясните хотя бы. Правду. Посмотри мне в глаза и скажи. Не знаю, что вам ответить. Ты боишься? Да, я боюсь, я тебя боюсь. Я не стану причинять тебе вреда. Если бы я этого хотел, я давно бы позвонил комиссару Малине. Я обещал помочь тебе и сдержу слово. Простите, сеньор Кентана, звонит комиссар Малина, это срочно. Кажется, по поводу Даниэлы Мартинес. Что ему сказать? Я отвечу. Извините. Комиссар, я счел нужным сообщить, что мы нашли Даниэла Мартинес, сеньор Кентана. Где? Где вы ее нашли? Здесь, в больнице. У сына. Что случилось? Комиссар сказал, я должен ехать. Я должен увидеть ее своими глазами. Ты ничего не заметил? Нет? Все в порядке? Да, комиссар. Ты уверен, Педроса? Да, позвонили сеньоре Амалии. Она разволновалась. По ее репликам я понял, что она говорит с дочкой и что Даниэла в больнице. Невозможно, чтобы эта женщина спряталась, и никто ее не заметил. Сеньорита, пожалуйста, это сестра, которая была в палате у мальчика. Здравствуйте. Я вас слушаю. Вы недавно заходили в палату Диего Мартинеса. Все было нормально? Да, ребенок спал. Больше ничего не было?
Я имею в виду, вас ничего не удивило? На самом деле, я ничего не могу сказать. Там только какая-то странная женщина. Какая женщина? Я не видела ее лица, она стояла спиной. Я не смогла ее рассмотреть. У нее такие длинные русые волосы. Хорошо, спасибо. Извините. Мы ее взяли, Педроса. Мы взяли Даниэла Мартинес. Этот тип держал в руках шарф моей жены. Это не может быть случайностью. Будет лучше, если ты нам все объяснишь. Я нашел его на улице. Это неубедительно. Тебе лучше все объяснить. Я просто видел, как одна сеньора его уронила, вот и все. Почему она его уронила? Я видел, как какие-то люди ее схватили. У нее упал шарф. Откуда ты взялся? Я полагаю, ты вышел не из здания? Нет, я был на улице, ждал такси. Я видел, как эти люди ее увезли. Я подобрал шарф, вот и все. Я больше ничего не знаю. Ничего. Это правда. Поверьте. Кто эти люди, которые ее увезли? Не знаю, клянусь вам. Я никогда их не видел. Их было двое, высокие, сильные. Они увезли сеньору. Я больше ничего не знаю. Виктория? Прости, София, я задумалась. Сеньор Кентано ушел так же, как и появился. Вылетел, как ураган. Это из-за звонка. Судя по словам комиссара, они нашли Даниэлу Мартинес? Да, нашли, только это не комиссар. Но ведь он сам позвонил из больницы. Что? Сам сеньор Кентано, кажется, ее нашел. Сеньор Кентано. Но где? Посмотрим, достаточно ли она хитра, чтобы снова исчезнуть. А ты как думаешь? Если жизнь все время пытается свести двух людей, то это судьба. Растрепо допросите этого парня и сдайте его в полицию. Пусть запишут все, что он скажет. Да, сеньор. Проследите, чтобы не было расхождений. Хорошо, сеньор. Уведите его. Что случилось? Негодяи. Что-нибудь случилось? Какие-то люди увезли Йоланду. Как увезли? Ее похитили. Алло, это я. Время пришло. Начинай действовать. Пора. Хорошо. Боже мой, что мне с этим делать? Открой дверь, полиция. Открой дверь. Открывай. Открывай. Полиция. Комиссар, помните, это больница. Я знаю, что больница. Открывай дверь. Минутку, что здесь происходит? Не вмешивайтесь, это дело полиции. Это больница, я вам не позволю шуметь. В палате женщина. Здесь больные люди, а в палате мальчик. После операции на сердце. Так что перестаньте шуметь, или я позову охрану. Я вас предупредил. Что здесь происходит? Llevo tu imagen en mis pensamientos, siento tu perfume que rodea mi cuerpo, llevo tus recuerdos todavía muy dentro.